темпы колоссальные, можно сказать. Таких темпов нигде нет. Город строится каждую секунду, не то что каждый час или день. Ежесекундно что-то делается, работа кипит 24 часа в сутки. Реконструкция огромная, и работа проводится колоссальная. Well, what is happening behind the reconstruction? What is happening in Chechnya today is very similar to what was happening in the Republic years ago. People are still being abducted, people are still being forcibly disappeared, people are still being tortured. We have not researched the issue of corruption in Chechnya, and personally I presume that carrying out such a piece of research would be next to lethal for everyone who'd attempt it. Ситуация в Северном Кавказе остается чрезвычайно нестабильно. И в прошлом году представители и федеральных, и региональных властей признали, что методы борьбы с так называемым терроризмом неэффективны. Жил и пил, живу.